здравствуйте! Сегодня хороший день. Вы сможете успеть очень многое, если не будете капризничать. Настройтесь и вперед, все получится. Обращайте внимание на знаки сегодня и прислушивайтесь к интуиции. Возможно, получите ответ на вопрос, который давно вас волнует. А главный совет от звезд сегодня – порадовать другого человека. Кто это будет и как это будет, решайте сами, но сделайте кого-нибудь счастливее. Вам это будет под силам. Не обязательно же для этого дарить что-то дорогое. Можно от души подарить комплимент, сказать человеку, почему вы им восхищаетесь и за что ему благодарны. И про себя не забудьте. Благоприятные спа-процедуры, массаж, йога, плавание и уютный вечер дома за просмотром любимого кино. И до встречи!